Долучимо до нашого ефіру пана Якуба Карибу, польського політолога, якого я радий вітати. Доброго дня. Привітаю вас. Доброго дня, Юрію. Спасибо огромное, что нашли для нас время сегодня. Хочу с вами начать вот с чего. В России сегодня первый день так называемых выборов. С чем связана ваша улыбка? Ну, с тем, что, мне кажется, нам надо быть более точными с определением. Я все-таки по образованию политолог, хотя и в области международных отношений, а не внутри политических систем, но насколько позволяет мне судить моя компетенция, в России никаких выборов не происходит. Происходит имитация некого референдума, плебисцита по согласованию гражданами или населением, как они себя сами называют, заранее согласованных решений. Выборы – это тогда, когда есть несколько решений, и до того, как произойдет сам акт, мы не знаем, какое из них будет выбрано. На мой взгляд, насколько мне позволяет судить то, что я знаю про Россию, ничего подобного в этой стране не происходит. Собственно, поэтому у этой страны нет никакого будущего. Потому что выборы, демократия, парламент и сменяемость власти – это всего лишь инструменты. Вот они вот в этом ошибаются. Это их самая главная ошибка. Они считают, что вот у нас, у вас, в других странах западной цивилизации выборы – это некий такой кумир, некий бог, на которого мы молимся, что у нас есть вот идеологические предпосылки для того, чтобы все это делать. На самом деле предпосылки очень прагматичные и связаны с тем, что один человек или несколько человек, что люди в целом ошибаются, и люди у власти тоже ошибаются. Если люди у власти делают ошибки, то это вредит стране. И выборы существуют для того, чтобы подводить некие итоги, убирать от власти тех, кто наделал ошибок, и давать шанс тем, кто еще не наделал этих ошибок. Русские себе такого шанса лишают, поэтому их власть будет делать все больше ошибок. И в общем, может быть, эта система на пользу всем тем странам, которые не являются, скажем так, сторонниками возрастания мощи и влияния Российской Федерации на международной арене. Скажите, пожалуйста, как Запад будет на это все реагировать? Может ли Запад не признать эти выборы? Или Запад может их, скажем так, не признать частично, так называемые выборы, которые прошли на временно оккупированных территориях Российской Федерации? Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Я, по крайней мере, надеюсь, потому что с юридической точки зрения, с точки зрения как международного, так и внутреннего права, эти выборы, по крайней мере, на оккупированных территориях нелегальны. То есть, ну, у себя, с формальной точки зрения, русские могут делать, что хотят. Это, в конце концов, их дело, что они хотят быть рабами, а не гражданами. Мы им в этом не можем помешать. Если они хотят плохой жизни, если они хотят жить без прав в стране, когда в любой момент их могут лишить жизни, собственности, достоинства и чести, и в целом их держат за биоматериал, у которого нет никакой субъектности, это их дело. Это, пожалуйста, ну, в принципе, 30 лет, 300 лет они так живут, ну, пусть живут так дальше. Но вот другое дело, когда они пытаются такие порядки делать на территории других стран, в данном случае на территории Украины. И тут есть чисто формальный вопрос. Не признавать только ту часть выборов, которую они, так называемых выборов, то есть ту часть вот этого цирка, который они организуют на территории Украины, или не признавать их в целом. Это решение будет зависеть от политических раскладов. К сожалению, это тоже нужно признавать, что с точки зрения западных стран признавать или не признавать выборы не будет решаться на основании этических или моральных принципов, а на основании некого прагматического расчета. Если они примут решение
отдельные страны или Евросоюз в целом, или Евросоюз плюс США и другие западные страны, что им нужно давить на Россию, что с моей точки зрения единственный нормальный выход, тогда они не будут их признавать в целом, потому что ну, с точки зрения тех принципов, которые Запад, наши западные партнеры защищают или говорят, что защищают, вот эти выборы, они в целом нелегальные. А вот если они захотят оставить себе пространство для переговоров, то будут не признавать частично. Что, конечно, только отвлечет момент конфронтации, потому что конфронтация неизбежна. Потому что русские – это такие люди, ну, это такие люди наоборот. Вот в нашей цивилизации, вот если бы вы, я в чем-то были не согласны, и в целом между странами западной цивилизации, к которой мы и вы принадлежим, вот если кто-то с кем-то не согласен в чем-то, то пытается его убедить, использовать все цивилизованные методы для того, чтобы прийти к какому-то общему решению или вообще начать дискуссию, а потом уже прибегает к силовым мерам. А русские – это люди наоборот. Вот если русский не получит по морде, то он вообще не воспринимает тебя как партнера к дискуссии. Так что там сначала по морде, а потом дискуссия, а не наоборот. Вот большинство, к моему огромному сожалению, наших западных партнеров не поняли еще этот факт. Но все равно мы видим, что все больше и больше они прозревают. И меня это очень позитивно удивило. Например, немецкая оппозиция, а Германия – это одна из самых традиционно пророссийских стран в Европе, начинает говорить про Россию другим языком. То же самое мы видим во Франции. Так что, возможно, наши западные коллеги наконец-то начали прислушиваться к Украине, к Польше, к другим странам, которые имеют богатый опыт общения с русскими и с Россией, что вот дискуссия на основании каких-то рациональных аргументов, что вообще постановка вопроса таким образом, что мы идем к какому-то компромиссу с Россией, она просто их провоцирует на еще больше агрессии, на еще больше экспансии, на еще больше угроз и милитаризма. Такая дискуссия, она не имеет никакого смысла. Поэтому как с юридической, так и с моральной точки зрения, конечно, непризнание этих выборов в целом и выведение Путина и его режима за скобки легальности – это шаг к миру и завершению конфликта. А вот попытки продолжать с ним какие-то игры, то вот мы частично не признаем, а частично признаем, но они, во-первых, отвратительные, потому что все знают, что русские выборы – это фейк. А во-вторых, они будут провоцировать Россию на еще больше агрессии. Вы знаете, очень интересно, как себя сейчас ведет Эммануэль Макрон, президент Франции. Вот вы в этом что усматриваете? Какой вывод для себя делаете? Также издание Bloomberg, например, сегодня сообщает, что он оказывает давление на своего коллегу Олафа Шольца. У них сегодня встреча и с Туском в том числе. И вот мне интересно, как этот треугольник будет работать? Что мы сегодня по итогу получим? Изменится ли как-то помощь для Украины, поддержка в отношении Украины. И вот главное, смогут ли, простите за это слово, дожать Макрон и Туск Шольца? Ну, я на это надеюсь, но вы понимаете, что в данном вопросе есть аспекты не только финансовые, не только технические, организационные и так далее. Тут еще есть большой комплекс вины немецкого народа и немецкого политического класса перед теми странами, с которыми они воевали во время войны. Они в целом демилитаризована, ментально демилитаризована страна, и особенно в отношении России, где они действительно объективно, на которую они напали, действительно совершали там чудовищные преступления, о которых им русские чисто инструментально напоминают, ну, забывая иногда о том, что частично, то есть с 1939 по 1941 год, они эти преступления совершали вместе.
И что режим у России был не сильно отличный от, в своих методах от, от немецкого. Но тем не менее, немцы это люди, которые очень боятся куда-то посылать войска и вообще даже говорить про войну. Но я надеюсь, что они начнут посмотреть на ситуацию как раз как на шанс реабилитироваться. Потому что, вы знаете, бездействие Германии и торможение Германии помощи Украине в нынешнее время, в нынешней реальности, когда уже реально, ну, все понятно, абсолютно все понятно, все все знают, но не сильно отличается от, в общем-то, активного содействия. Потому что если немецкий Айрис или немецкий Таурус может предотвратить смерть детей в Одессе, а их там нет, и дети погибают, то кто виноват? Во-первых, ну, естественно, виноват агрессор, потому что именно Россия начала войну. Ну, а вот моральный аспект вины тех, кто мог сделать так, чтобы эти дети не погибли, а не сделал, тоже в какой-то момент встанет на повестку дня, то есть Германию будут за это оценивать. И если Германия сейчас не поймет, что это для нее шанс стать настоящим лидером Европы, то она им никогда не станет. У Германии есть все. Все абсолютно материальные ресурсы, материальные, юридические, какие угодно ресурсы для того, чтобы быть лидером Европы. И не хватает одного, и не хватает морального авторитета. И не хватает того, чтобы все мы в Европе немцам поверили, что они, во-первых, действительно изменили, что они не будут делать плохого, как во время войны. Но есть еще один аспект, чтобы мы все поверили, что они способны на то, чтобы делать хорошее. Потому что, ну, знаете, как правильно подчеркнула Ханна Аренд, рассуждая про истоки немецкого гитлеровского тоталитаризма, для того, чтобы победило зло, ну, хватит, чтобы хорошие люди ничего не делали. Именно с такой ситуацией мы имеем дело сегодня. Так что если Олаф Шольц не поймет, что он пропускает сейчас шанс восстановить моральный авторитет Германии, ну, то, в общем, он войдет в историю как соучастник путинских преступлений. А в том, что касается Макрона, ну, я думаю, тут роль играют в том числе и личные моменты, моменты, связанные с его личной жизнью, с его профессиональной карьерой. Ну, вы знаете, когда человек всю жизнь работает бюрократом, отвечает за маленький, узенький, какой-то технократический отрезок действительности, то всегда хочется побыть большим стратегом, всегда хочется сделать что-то важное, что-то действительно важное. Если ты 30 лет работаешь клерком, пусть и хорошо оплачиваемым клерком, то понимаешь, что вот все вещи, которыми занимаешься, они в общем-то не очень важные. И хочется сделать что-то важное, хочется быть Наполеоном, хочется оставить после себя след, войти в историю. И в том, что делает Эммануэль Макрон, есть такой аспект. Это, конечно, пока что только риторика, но риторика иногда играет с людьми шутки, потому что если он это говорит, подтверждает, убеждает других, что он именно так хочет сделать, ну то в какой-то момент придется сделать, как и Путин. Знаете, он много пугал, а потом он понял, что если он что-то не сделает, то потеряет всю легитимность, что он будет выглядеть смешным. Это такой пример плохого, злого человека, который хотел делом подтвердить свои заявления. А вот Макрон может быть примером хорошего человека, который через наращивание риторики, через заигрывание с заявлениями придет к моменту, когда уже не будет выбора, и он будет вынужден исполнять свои обещания. На что я надеюсь, и думаю, мы сегодня находимся вот в таком моменте, когда меняется история нашей жизни, меняется история Европы, потому что если Туск, Макрон
и Шольц сегодня в Берлине выйдут и будут продолжать пустую риторику, то Европа в очередной раз проиграет, что Европа скатится к своему моральному, а в итоге и физическому развалу. А вот если они примут какие-то решения, то это будет не только момент личного зенита вот этих трех политиков, это будет один из моментов возрождения европейской цивилизации, потому что у европейской цивилизации много проблем, очень много. Они долгие годы замалчивались, долгие годы выпирались из головы. Но вот на сегодняшний день есть только один критерий того, является ли Европа чем-то, что стоит поддерживать, в чем стоит жить, к чему надо стремиться, есть ли у Европы какое-то будущее. Это критерий, это отношение к Украине. Если Европа позволит захватить, оккупировать и уничтожать Украину, значит, она ничего не стоит. Значит, все заявления про Европу мы можем выбросить в корзину. Значит, это просто музей красивой архитектуры, где люди ни во что не верят и которых жизнь действительно ничего не стоит. Потому что если мы не поможем Украине, если мы не защитим Украину, если мы не докажем, что украинцы имеют право на свободу и на выбор образа собственной жизни, то и наша жизнь ничего не стоит. Вот мы, может быть, отвлечем свою оккупацию там на 10 лет, да, и отвлечем упадок других стран Европы. Но вот если мы сегодня не пройдем этот тест, если мы провалим этот экзамен, то все остальные в мире, в том числе враги Европы, поймут, что они могут делать все, что хотят. И в первую очередь, естественно, русские империалисты. Потому что если Европа сегодня позволит оккупировать Украину, через 5 лет страны Балтии, через 10 лет Польша, а потом и дальше. Потому что само существование России как государственной структуры, России как некого цивилизационного проекта, это вечная экспансия и порабощение других. Других целей у этого государства, ну, в общем, собственно, поэтому они все это делают, потому что понимают, что если перестанут, то, ну, то Россия развалится, потому что у нее не будет никакого смысла. К этому мы всей Европой должны стремиться, этот момент мы должны приближать, и в том числе потому, что люди, которых оккупирует структура под названием Российская Федерация, не только в Украине, в Грузии, в Молдавии, но и на территории самой Российской Федерации, они имеют такие же права, как мы. Если мы верим в наши ценности, в свободу, в право собственности, в демократию, в то, что каждый может жить так, как хочет, в рамках закона, то вот это, в общем-то, универсальный принцип. Чем европейцы отличаются от неевропейца? Вот тем, что, на мой взгляд, европейцы всю свою историю, особенно вот это видно в те времена, когда Европа была христианской, ну, в общем, считают, что все люди равны, что все дети Бога, что мы все одинаковы, и что вот те принципы, которые работают у нас, могут работать везде, что все люди мира имеют право на хорошую жизнь, в том числе и люди, которых оккупирует структура под названием Российская Федерация. Конечно, русские будут сами выбирать, но мы никогда не должны отрекаться от того, что у них есть такая возможность. Естественно, для этого нужно уничтожение Российской Федерации. И поскольку с технической точки зрения соотношение потенциалов таково, что Европа и Запад в целом могут это сделать очень быстро и очень легко, я надеюсь, что соответствующие решения будут приняты, потому что чем быстрее, тем лучше будет жить прежде всего украинцам, которые погибают, но и всем нам в Европе, а в конечном итоге тоже на
территории Российской Федерации, которая последние 300 лет ничего, кроме смерти, разрушения, порабощения, ущемления самых базовых человеческих прав и достоинства никому не принесла. Время вот таких стран, время таких явлений в мире, оно должно уйти. Якуб, скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда решится политический кризис в Соединенных Штатах Америки? И что будет с помощью для Украины? Потому что теперь уже звучат другие заявления от того же спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который утверждает, что помощь будет, мы обязаны, мы должны помочь Украине, мы не можем допустить, чтобы Путин захватил Украину, чтобы Путин победил. Мы должны оказать помощь. Но эта помощь будет другой, не такой, как требует Белый дом. Она может быть там в форме кредита или в форме, например, ленд-лиза того же. Ну, во-первых, ничего не делается. Б. Почему, блин, да здесь война идет, каждый день люди умирают. Почему думать над формой этой помощи? Зачем столько времени тратить над формой этой помощи? Можно уже помочь. Хотите кредит? Давайте кредит, только еще вчера он нужен был. Хотите ленд-лиз? Давайте ленд-лиз, только позавчера. Если вот есть запрос от Белого дома по поводу денег обычных, безвозмездных, ну давайте хотя бы все, что угодно давайте. Главное, помогите. Зачем вот эти пустые разглагольствования и ни хрена не делание, скажите, пожалуйста. Ну, это происходит потому, что Америка, американский политический класс находится в кризисе, прежде всего в кризисе легитимности. То есть люди в Америке не считают свою, что их власть продуцирует то, что нужно людям. Свободу, безопасность и благополучие. Вот люди в Америке не чувствуют, что их власть им это обеспечивает. И, естественно, как у любого другого народа, у них есть пирамида Маслова, пирамида потребностей. То есть вот эти люди считают, что американская власть должна обеспечить свободу, безопасность и благополучие прежде всего им, а только потом другим странам. Они считают... Вы видели сериал «Карточный домик»? Там очень таким артистичным, метафорическим образом показано, что американский народ думает про американский политический класс. Что это люди, которые оторвались как в своей жизни, так и в своем мышлении от потребностей народа, что они живут своей жизнью, решают какие-то там вопросы по всему миру, в том числе и, например, в Украине, в России и так далее. Но это ничего не приносит американцам. Поэтому сегодня американские политики должны доказать перед своими избирателями, что они прежде всего заботятся о них, а только потом о других. Потому что без восстановления этой легитимности, без восстановления чувства обычных американцев, что в Вашингтоне в целом американская власть работает на их интересы, вот этот кризис будет углубляться дальше. А Америка – это уже давно не то, о чем мы думаем. Там действительно много людей думает, живет плохо. Живет очень плохо. Я, вы знаете, недавно, когда там был, я понял, что это не просто разговоры, что там действительно многие люди живут хуже, чем, например, я. Или, наверное, вы. И они не знают, как решать эти проблемы. И в этом контексте они считают, что любые усилия, в том числе деньги, которые направлены на помощь другим странам, отнимаются у них. Что, конечно, неправда. Что неправда, ну, по многим причинам, это тема для другой дискуссии, потому что, ну, глобальное влияние и рядовым американцам обеспечивает очень много денег, хорошей жизни и, в общем, преимуществ. Но это как бы мы с вами понимаем, а рядовые американцы, у которых нет работы, нет медицинской страховки, нет пенсии, ни за что жить, они это не понимают, они думают, что вот эти все чиновники, оторванные от народа, циничные в Вашингтоне, они забирают у них и отдают украинцам. Вот именно так они думают. И в этом контексте, ну, нам надо, к сожалению, и в этом расчет Путина правильный, надо выдержать до
выборов. Потому что после выборов, что Трамп, что Байден, они будут помогать Украине. И я думаю, я знаю, что в Украине очень рискованно, наверное, высказывать такие мнения. Но я думаю, что Трамп будет помогать даже больше, чем Байден. Я при всех моих, скажем, эстетических и моральных сомнениях на предмет Трампа, я думаю, что это человек, который понимает, что интерес Америки в том, чтобы Украина была сильным, целостностным, богатым государством и частью Запада. При этом, что оккупация Украины Россией напрямую, абсолютно напрямую вредит американским интересам, потому что разрушает веру в Америку. А без веры в Америку не будет и веры в американскую мощь, армию, доллар, экономику, финансы, с финансов, айфонов, Теслу и все остальное. Я думаю, что Трамп это очень хорошо понимает. В общем, когда он был президентом, он это доказывал. Но в ситуации, когда ему надо прежде всего американцам доказать, что он заботится об их интересах, помощь Украине становится некой разменной монетой. Плюс в том, что у русских тоже есть большие проблемы, и я абсолютно уверен, что они не смогут реализовать свой план, чтобы до выборов в Америке, до того, как мы поймем, кто будет следующим президентом и какая будет у него политика, что им удастся достичь их целей, потому что их цели, они в принципе недостижимы. Вот они, кроме того, что империалисты, еще и злобные дураки, они не смогут. В заключение, позвольте, буквально в рамках минуты. Трамп или Байден? Кто победит? Сейчас цифры в пользу Байдена, что для меня было очень, очень, ну, удивительно, скажем так. Юрий, понятия не имею и не думаю над этим, потому что это не важно. Я знаю, что в Америке есть национальные интересы, которые реализуются. И мы видим на протяжении 200 с лишним лет американской истории, что они реализуются независимо от желания того или иного человека, его личных вкусов и предпочтений. Интерес Америки в том, чтобы защитить Украину. И она будет защищена. Очень надеемся и верим в это. Вам большое спасибо за то, что всегда находите для нас время. До скорой встречи. Берегите себя. Спасибо, всегда рад.